Всем привет! Сегодня я расскажу об разборе сомфанкси. В природных условиях разборы сомфанкси населяют водоемы, расположенные на западной части Таиланда. По некоторым данным, эти рыбки уже и вовсе вымерли. Самцы разборы сомфанкси имеют медно-оранжевую окраску тела, тогда как самки желтоватые. По телу, примерно от средней части тела до корня хвостового оперения проходит продольная полоса черного цвета. Самки немного крупнее самцов. Максимальный размер рыб составляет 2,5-3 см. Разборы сомфанкси — мирные стайные рыбки, которые никому в аквариуме не доставят дискомфорта. Содержать этих рыбок рекомендуется группой, состоящей не менее чем из 8 особей. Содержать разбору сомфанкси с более крупными рыбами не рекомендуется, так как разборы начинают чувствовать дискомфорт. Рыб желательно содержать в аквариуме объемом от 60 литров. Аквариум нужно густо засадить растениями, не требующими яркого освещения. Также желательно добавить на дно коряги и высушенные дубовые листья, которые придадут воде коричневатую окраску, что сымитирует условия, к которым привыкли рыбы в природе. Кормить разбором можно различными живыми и замороженными кормами, а также сухими кормами в виде хлопьев и гранул. Параметры ВАДА для содержания разбора сомфанкси должны быть следующими: температура 22-26 градусов Цельсия, жесткость от 1 до 8, кислотность от 5 до 7, требуется фильтрация, аэрация и еженедельная подмена 1/3 части аквариумной воды свежей. А на этом видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. До встречи!